На регистрируемом рынке труда Верхнеуральского района на 1 июля численность безработных составила 518 человек. Численность граждан, признанных безработными, составила 68 человек. Анализ вакансий показывает, что наиболее востребованными на рынке труда района являются вакансии медицинских работников различных уровней, машинисты, токари, слесари. Государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан получили 62 человека. В июне 9 безработных граждан были направлены в учебные центры для получения дополнительного профессионального образования по специальностям. Водитель автомобиля различных категорий, охранник, парикмахер, повар, маникюрша, кассир торгового зала. Наконец, отчетного периода 10 безработных граждан продолжают обучение. Ежемесячно в службе занятости населения Верхнеуральского района проходят групповые занятия для безработных граждан по социальной адаптации, профессиональной ориентации, психологической поддержке. Центр занятости населения продолжает оказывать единовременную финансовую помощь безработным гражданам при открытии собственного дела. Данная услуга направлена на возмещение материальных затрат, понесенных при государственной регистрации в качестве юрлица ИП КФХ. Граждане и работодатели имеют возможность получить государственные услуги в области содействия занятости населения в электронном виде через портал госуслуг. За отчетный период 75 заявлений поступило через ЕПГУ от граждан и работодателей. Также граждане могут получить государственные услуги в многофункциональном центре. По данным мониторинга, 4 организации заявили о предстоящих в июле увольнениях 9 работников в связи с сокращением численности или штата работников организаций. Ежемесячно проводится обмен перечнем вакантных рабочих мест для трудоустройства граждан, ищущих работу, в том числе с переездом с другими регионами. Предложения по трудоустройству за пределами Челябинской области размещаются на официальном сайте Главного управления в разделе «Ищущих работу». Наиболее востребованные профессии также размещены на официальном сайте в разделе «Рынок труда». На 1 июля 2017 года уровень регистрируемой безработицы 2,6%. Размер пособия по безработице с учетом уральского коэффициента составляет минимальные 977 рублей 50 копеек, максимальный 5635 рублей. Таким образом, на рынке труда Верхнеуральского района на 1 июля наблюдается снижение напряженности на рынке труда, уровень безработицы, численности безработных граждан, состоящих на регистрационном учете, и увеличение заявленной организациями района потребности в работниках. Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в первом квартале 2017 года составила 9945 рублей. Минимальный размер оплаты труда на территории Челябинской области в организациях бюджетной сферы с 1 июля 2017 года составляет 7850 рублей.